момента не видели, не слышали, не знают, о чем пойдет речь. А речь пойдет о следующем. Сегодня после дискотеки, Никита Игоревич, надо будет после вечерней свечи, ну, детям рассказать сказку. Но я понимаю, что не все это могут, кто-то постесняется, может быть, на ноутбуке включить. Поэтому сегодня мы до отбоя сказку покажем всем. А артистами станут вот эти люди. Только что, как вы видели, абсолютно честно, они выполнили свои роли. Вы ведь видели, да? Они сами выполнили, никто же не навязывал роли. Вот. А сейчас они будут слушать сказку, они разойдутся по кулисам. И когда будут говорить об них персонажа, они будут повторять, делать то, что услышат. Итак, пожалуйста, артисты. Кулисы. Кулисы. Давайте поддержим аплодисменты. И мы готовы в зале. Смотрим внимательно и слушаем.
наши. Поставь его. Thank you.
те, кто сегодня отсиделся, ваш следующий выход. Итак, желаю вам жизни, как в сказке. Возвращайтесь к отрядам. Ну, а сейчас Сергей Андреевич несколько слов расскажет о том, как будет проходить спортивное мероприятие. Многие из вас уже знают меня, кем я здесь работаю и так далее, поэтому не буду на этом останавливаться. Сразу хочу сказать, зарядка у нас начинается в 8.30. В 8.30 она уже начинается. Это не значит, что вы приходите на зарядку в 8.30. У футболистов своя зарядка, поэтому я на вас меньше смотрю. А вот, те, кто опаздывает на зарядку, у нас есть правила, и все вы его знаете, один за всех и все за одного, правильно? Поэтому, кто опоздал на зарядку, тот не наказывается, а наказывается целый отряд вместе с вожатыми. Вожатые воспитатели выполняют зарядку точно так же, как и дети.